Всем снова привет и добро пожаловать на канал. Продолжаем играть в Власть Закона. Что ж, на очереди у нас новая миссия по спасению крыс, или точнее по их поиску. Пойдем сдаем... Орден, да. Так, вопрос, какой орден я даю? Да, бывший офис отличия, отлично. Третий уровень? Странно, почему третий уровень? Вот этого, если честно, я не помню. Уничтожу тебя, человек! О, нет! Не надо громких слов, пока я стою. В этой комнате вы будете парализованы. Не волнуйтесь, вы недолго пробудете здесь. Скоро сюда прибудут наши специалисты по кибернетике и биологии. Они вас разберут на запчасти. Как видите, мы выкупили целиком бывший центральный офис Деличи, и теперь у нас в распоряжении огромнейший исследовательский центр, где будут изучены в том числе заложенные в базу технологии. И в первую очередь чипы контроля. Новый центр... У нас нет чипов контроля! Конечно! Если бы я был маленьким толстым крысом, я бы тоже это говорил, пытаясь спасти свою шкурку. Есть вас эти чипы или нет? Установят. Я не толстый! Я просто кушаю. Хорошего крыса! Должно быть! И вообще, хватит хихиничать! Ну что ж. Новая миссия, теперь надо что-то делать. У меня оружия, так понимаю, нет ни черта, да? Да. Ого, граната есть. Уже хорошо. Не, надо было взорвать, веселее было бы. Угу. Так. Отлично, шлем нашел. Так, хил, броник. Вот вопрос, а куда они забрали все мое оружие? Я нечего сюда пришел. Хакера изображать. Ну вот откроет крысота. А вдруг ему не понравится то, что там внутри? Так, и вопрос, как мне туда пробраться? Не, что, ее взорвать, что ли? Ты уверен, что он перепрограммирован? Да. Ну, слушай, может, не будем его включать, а? И вообще... Не рассуждай, включай его. Программист сказал, что у него полностью обновлен би... Все равно мне не нравится, что... Для этого нам и дали эту пушку. А это что? Новый уникальный ракетомет. Если эта тварь сделает неправильное движение... Ну, это уже лучше. Ну, хорошо, я его включаю. Только держи наготове этот... Все, включил. Грузится. И что произошло? Игра сдохла. О, я забыл то, что есть какой-то другой робот есть. Что? Он что-то сказал? Происходит восстановление программы поведения с использованием резервной хобби. Какого черта? Какая еще резервная копия? Программа восстановлена. Обнаружено присутствие посторонних в секторе. Сектор должен быть защищен. Что? Стреляй! Стреляй! Спасите! Спасите, помогите! Ну вот, и они забирали сюда, да? Ну, отлично. Что это за хрень? Крысы!
Это наш шанс, мы должны бежать. Да, да, бежим. Ты первый. Ну вот, теперь с говнопушками тут уходить. Так, ну зато я теперь выбрался отсюда. Забираем говно какое-то. Ага. Так, какая-то интересная пушечка. Где всего 3 патронки. Так, ну, мы помним, о чем он говорит. Так, ну, прежде чем пойти туда, смотрим, что еще здесь есть у нас. Так, зрение. Так, это говно брать не буду. Так, вот это еще можно взять. Так, говно тоже не берем. Посмотрим, что здесь можно взять. Хил. Не, надо было взорвать, веселее было бы. Пока я никого не вижу, можно пособирать здесь всякий хлам. Блин, только нафига мне столько хила, конечно. Да, так еще патроны тупорылые дают. Да, конечно, жаль, что ничего не нашел из пушек нормальных. Может быть, в этих комнатах что-то еще найду. Блин, опять хил. Дайте пушки. Так, опять хил. О, уже что-то лучше. Здесь то же самое, надеюсь. Я помню, здесь выжечь пушкой должна быть нормально быть. Как раз вот для этих патрон. О. И вторая пушка есть. Так, отстой. А, я все равно пользоваться не могу. Ёпрс, мне же интеллекта не хватает. Печально. Всё, за мной пришли. Прощайте. Сколько интеллекта? 65, у меня 50. Ну давай выбросим, нафиг она мне нужна тогда. Буду их хилами закидывать. Здесь хила, конечно. Ой, и что получается, я ничего не могу сделать? Мой пост, моя собственность. Так, а у тебя сколько интеллекта не хватает? Ой, ёпрст, совсем много.
Ну, ладно, с одной пушкой будем бегать. Всех групп. Подопытные образцы сбежали. Общая тревога. Повторяю, общая тревога. Вызвать подкрепление из тяжел... Это, по-твоему, называется незаметненько... Да, план был великолепен. Как всегда, крыса тащит. Так. Ну, наконец. Ну, слава богу. Я уж боялся, врагов больше нет. Что у тебя здесь есть? Ружбайка. Блин, и что здесь выбросить-то можно? Ай, плевать, все выбросим. Так, что у нас тут? 580 очков. Это можно ставить, это ставить. И это тоже можно ставить. Вот таким образом можно взять нормально. Еще здесь нужно это выбросить и взять наружу байку. Так, это что? Убить? Убить, отлично. Ну, давай, убей его. Есть, молодец. Я туда приду и начнем. Ну, кстати, такое себе. Надо просто рубайку взять. Так, ружье. Забираем, так. Согласен, так, теперь. Ну окей. Ладно, будем подходить в упор тогда, раз такое дело. Ой, а тут хорошая пушка. Да. К сожалению, я затупил. Что-то как-то я не рассчитал того, что здесь будет такая фигня, конечно. Ну ладно. Зато узнали, то, что они хорошие пушки, и то, что они умеют все-таки стрелять, а не как в предыдущей миссии. Где я подошел, а они ничего не могли сделать. И будем отбегать, чтобы этот меня не убили случайно, пускай сами подходят. Ну тут они навряд ли что-то мне будут наносить урон такого расстояния. Почему не тот, вон справа? Так, сорян. Отвлекся. Так, теперь подбегаем. Да плевать на самом деле. Первый труп. Второй труп. Третий труп, отлично. Теперь забираем у них что-нибудь хорошее.
Ну это вопрос, да, насколько это хорошая вещь? Ну, я думаю, по-любому лучше, чем ничего. Так. Тебе же я давал патроны, да? А вот они. Ну. Опа-на, вот, 12. Да, поэтому я эту пушку ненавижу, потому что она косая, пускай взять как. Ну, как видите, они тоже попасть не могут, так что... Ничего страшного нет. Сорок, и я могу еще раз выстрелить. Да. Ох ты. Зачем я это сделал? Как всегда, где опасно, туда крыс. Жесть. Ну, блин, сами видели, что я натворил. То, что я помер, это логично. Надо просто-напросто внимательно нажимать на кнопочки, блин. И не дохнуть, это всякая фигня. Минус. То, что я давно хотел, если минус. Это закон. Ну хорошо. И что сейчас делать, а? Так, и тут добиваем. Первый, второй. А где там еще раз? А где второй? А, вон где он спрятался. Ну, на самом деле там плевать, он все равно до меня не достанет. А вот патрон на ружбайку можно взять. Ой, это не ружбайка, это говно какое-то. Блин, и заменить-то нечего. Ладно, возьмем так. Вот, блин, не добежал. Один ход. Да, я бы мог, конечно, записать эту серию как одну единственную, но чувствуется, 10 минут это не читается. Поэтому давайте сразу же в большие офисы Белищи переместимся и там выполним. Итак, у вас, смотри-ка, тут бог войны есть. Трупик валяется. И у нас очередной сектант. Блин, страшно бежать-то. Убьют еще. Ну, столько, конечно, всякой мелочи тут стоит. Давай-ка так просто добежим. Здесь постоим. Так, хотя, может быть, я его убью? Да, убил. Отлично. И теперь можно дальше спрятаться и стоять, и ждать врогов. Они сами придут.
Вот там еще один очередной бог войны, который там никогда не было, когда я здесь захватывал. Так, это что такое? Они уже где-то... Как внизу? Вы что, с ума сошли? Они же... Поднимитесь наверх, у вас за спиной лифт. Он заминирован. Но зачем? Это ловушка, просто если кто-то... А все равно ты не... Ну, не то, чтобы крыс был против. Ну, в общем, вы поняли. Прикол, конечно. Так. Ты ошибка эволюции, блин. Точно мне. Ну наконец! Ну слава богу! Я уж боялся врагов больше нет. Да. К сожалению, так. Легче, наверное, из рубайки нужно было выстрелять. Офигеть. Повезло, что там всего лишь маленькие гранатки. Так же будет, перерезали меня тут. Слушай, 14-й, я так просто не могу... Ну вот те раз. Мы должны отомстить. Это редкий случай, когда я с тобой согласен. Да-да, я уже слышал, крыс. Ну, у него хп дофига, так что ничего страшного. Хорош танком будет. Точнее, уже танк. Хорош, так, это похилять. Да, мне начинает нравиться. Большая, большое будущее. К сожалению, у тебя нет большой пушки. Так, что у тебя здесь еще можно взять? Это говно. Так, тут мы очистили это плато. Пойдем наверх. Нифига, попал, на удивление. Так. Брысь отсюда. У тебя тут граната какая? Маленькая. Есть? Блин, мне бы к этой шняге ракету. Не, гранаты я оставлю, они могут пригодиться. Зато прикольно, давно я не пользовался такими пушками. Ой, нифига себе, у него паника началась. Еще одного. Просто так. Странно, что у них паника началась. Ой, я даже не заметил этого врага. Ведь по факту я же массового убийства не сделал. Самое главное, к ним в упор не подходить. И тогда они меня точно не убьют. Они не пробьют эту броню этими рубайками. Крыс торопится. Чума на их головы. Вот вам за синтетический сыр. Так, десяточку. Да, блин, серьезно. Мог бы попасть ради прикола-то. Не, зачем? Ерунда только страдать. Что одни, что другие, блин, косорылые. А не, смотри-ка, это попал. Да, хилот нет, я смотрю. Ну да. А потом все на крысу свалят. Ну спасибо. Ну да. А потом
все на крысу свалят! Так, у чувака тоже паника началась. Надо, чтобы у охраны паника началась, они друг друга все перестреляют. Вон, рядышком стоят. Нафига? Вот это удивительно. Я вот честно удивлен. И это с учетом того, что это всего лишь охранники и так хорошо стреляют из ржебайки, блин. Лучше, чем крысы. Хм. Не люблю такое. Ну, давайте так сделаем, на всякий случай еще. А что, подкрепление было? Так не понял. Кто? Что по нему стреляет? То, что я давно хотел. Я стреляю, ты падаешь. Это закон. Знакомься, это моя пушка. А, вон там, походу, стоит. Вот этот чувак по мне стреляет. Но не может пробить стекло. Давай, иди открывай дверь. Тут ничего страшного нет. У меня была несчастливая жизнь. О, да. У крыса есть пушка. Не понял? Почему он сюда побежал? Ну, ладно. Крыс торопится. Ой, ты, блин. Дурак. Согласен. Уничтожили падре всем силам. Они сейчас в центральном холле. Они заперты в центральном холле. Все силы окружаем центральный холл. Принято, выполняем. Мы готовы к штурму. Контролируем свой сектор. Ой. Ну что, ангел мести. Зато у нас тактическое... Это какое же? Мы обороняемся, а не... Скажи ты моему хвосту! Так, посмотрим, может быть, что-то можно взять у него. Так, пока что я ничего рта не вижу. Свиной изгоняющих дьявола на месте. Наконец-то, теперь крыса. Внимание, крысам. Сдавайтесь, вам не уйти. Если вы сдадитесь, вы, возможно, проживете еще пару дней. А может, даже вас смогут перепрограммировать. Ну уж нет. Живьем не возьмете, гады. Ну насчет 14. А, тряпка, к черту все. Так, я хотел посмотреть этих роботов. Мне даже стало интересно, как они выглядят. Ох, как далеко бежать-то. Ван, поскакала, давите ее! Так, здесь что-то можно взять? Кстати, эта пушка, блин, хорошая. Но я хочу посмотреть здесь ракеты. Здесь по-любому должно быть что-то крутое. Так. Давай-ка ты возьмешь вот эту пушку. Тут она 300 очков. Блин, ну... Ладно, так оставим. Так и будет, оставим пока эту. Может быть, я еще здесь найду что-то полезное. Беги сюда пока. Будем обороняться здесь по-любому. Если они зайдут, то я их гранатой расстреляю. Это крыс! Мне конец!
Да ладно, не плачь, все будет хорошо. Я ж вами управляю. Так. Вот, видите, гранату нашел. Ну что, довольны? А тут ящиков много. Полезности, я думаю, много найти можно. Надо было взорвать, веселее было бы. Надо было взорвать, веселее было бы. Надо было взорвать, веселее было бы. Блин. Интеллекта бы побольше. Было бы вообще шикарно. Но, к сожалению, без нее. Так, хорошо, может быть, Бику 14 повезет. Так. Это выбросим, это возьмем. Тут ни черта, тут интеллект, кстати. Если был бы еще другой интеллект, можно было бы вставить это дело и дать этому и другому. Фейерверк. Так, ладно. Пойдем отсюда. Поможем здесь поискать что-нибудь. Так, очередная пушка. Так. Мне чем эта крыса нравится, то что она бегает быстро. Быстрее, чем Биг 22. 22 Биг вообще он намного хуже, чем 14. Особенно по навыкам, когда я буду распределяться. Что я крысе 16 навыков дают, а тому вообще очень мало дают. Где эти четверо? Офигеть, да? Как я заметил. Кстати, у них очень классные пушки можно забрать. Мне главное, чтобы они добежали до меня, и тогда вообще 7 кирды будет. Блин. А, ну, по-всякому патроны я найду. Так что бояться пока нечему. Так, ладно, пока возьмем это, перезарядимся. Сейчас они зайдут, и мы будем тут убивать их. Самое главное, просто ждать и все. Так, посмотрим, где они. Так, я навряд ли докинул. Он, скорее всего... О, вон они все где. Так, пока так сохранимся. И пускай подходят. Я думаю, тут я их смогу добить. Как только они подойдут поближе ко мне. Странно, что они там бегают так далеко. Они могли бы просто зайти ко мне и просто расстрелять. Как же он долго ходит, а? Не хватает ходов. А я здесь встану, и он меня не поймает? Ну хорошо. И что сейчас делать, а?
Так, я в кого-нибудь из них попаду, интересно, или нет? Ну, это реально, 30%, он должен попасть. Почему не попадает, я не могу понять этого. О, первый труп подошел. Есть. Все. Забираем нормальную пушку и убиваем весь этот хлам. Так, что еще здесь можно выбросить? Хил, что ли, выбросить можно? Давай хил выбросим. О, 44%. Давай-ка мы поставим вот так. Вот. И смотри-ка, тут нормальная пушка, только у меня интеллекта, скорее всего, не хватит, чтобы ее взять. Стекло попадет, да, скорее всего. Ну да, как я думал. Смысл мне этого делать? Зато еще раз проверил то, что швырять гранату из здания плохая идея. Ой, а у меня ходы-то закончились. Ох, как влетело в меня. Ура, ура, ура! Я сейчас буду убивать. Он с нами, я Блин, как их тут много, так ужас. Так, минус еще один. А, блин. Да. Давай-ка сюда спрятимся нормально. Сейчас они подойдут, и я их убью нормально уже. Это я, твоя смерть. Бежим, тут враги! Третий, вернись на землю. Давно бы так заходили рядышком, чтобы стояли рядом со мной. Ну, теперь их можно убивать. Единственное, что теперь надо действительно их убить. Если я не смогу это сделать, то, блин, мне будет плохо. Там какие-то странные патроны. Так, тут я спрятался, теперь с этой стороны. Я вижу их, братья. Крыс, мне конец. Крыс, как вершина эволюции. Блин, я тебе патроны зарядил.
Всего троих убил, так мало. Ай, блин, там точно, там же еще эти приперлись. У них брони не должно быть так много. Вот вам за синтетический сыр! Чума на их головы! Умри! Нифига, патроны как заканчиваются быстро. Есть. Еще один готов. Так. Теперь надо забрать у них, что если есть хорошего. К сожалению, я ни черта этого не могу одеть. Сколько интеллекта нужно? 60. Блин. Ну ладно, заберем это. Ну. Так. Это тоже выбросить. Это я вас ставлю на всякий случай. Это выбросить, оставить. Мало ли я пушку нормально возьму. Так, тоже выбросить. Это я все оставлю. Так, ну, вроде как... Взял так. Ладно, пока спрячемся. Все равно пострелять не могу, по кому не могу. Поэтому так, теперь. Попасть не могу, а тут. Ну, хоть чуть-чуть, но попал. Магазин пуст опять. Пирогонь? А нет, теперь тяжелые патроны пошли. Так, посмотрим, как насколько. 38, кстати, процентов. Есть. Не хватает ходов. Ну ладно. Ой! А ты откуда взялся? Почему я его сразу не заметил? Ох ты, блин. Мне вообще свезет. Повезло, что у него просто ХП выше крыши. Ну чё, твари, ловите в ответку. Правильный закон. Так, теперь дальше. Биг. Эта тварь умеет стрелять. Темный ужас. Хорошо, хочет. О, нет, спас. О, да. У крыса есть пушка. Кто тут еще есть? Еще четверо осталось. Раз, два. Ладно, плевать, так убивать будем. Интересно, я так попаду? Нет. Ну, хотя я не удивлен, конечно. Все, подходите, твари, еще. Граната. Если он попадет сюда гранатой, будет смешно. Блин, еще четверо. Трое. Надо уже убегать из здания. Так, заберем. Хотя мне нужны патроны, наверное. А не эта гадость. Потому что патрон
У меня все меньше и меньше становится. Так, так. Давай-ка еще выбросим вот эту фигню. И возьмем... Мити-патроны, так. Это что ли выбросить? Блин, такая фигня офигенная. Нет, оставлю, так и быть. Я думаю, мне повезет. Так, так, это мы тоже оставим. Понятно, там снайпер стоит. Так, что тут есть полезное? Есть патрон, например. Патроны. Так, патроны плевать, давай возьмем хил. Так, это возьмем, это возьмем. И все, да? Ладно, пошли отсюда. Да, да. 7 и 10 урона, конечно, жесть. Туда приду и начнем. Прикольно то, что он сюда стреляет и попасть не может. Блин, жестко не стреляют, конечно. Я даже жалею то, что вышел из укрытия. Сейчас меня расстреляют тут и все. Так, еще трое остались. Одного я вижу, где... А, вон еще один. Ну, на него плевать. Так, теперь это убить. Мне надо достать так, чтобы он по мне не стрелял. А, если пройти не могу. Ну ладно, сюда пойдем. Блин. Да ёпрасы, ты реально убили. Ладно, придется сдалека по ним стрелять. Все же надеялся, то, что они не будут по мне попадать, но попадают твари. Есть, убил. Так, теперь вот в этого посмотрим, попаду, нет. Ну-ка, блин, что-то мало-то. Да. Твари тоже лечится. Офигеть. Три раза подряд ты попал, убил. Разве это нормально? Я по ним стреляю, стреляю с такого расстояния. Фиг там. Он просто так раз и вбил. Да, ладно. А я по тебе могу попасть? Ну да. А потом
все на крысу свалят. Смотри-ка. Я тоже смог попасть. Их там двое. Почему мне так много они наносят урона? Это ж кошмар. У меня опять осталось практически ни о чем хп. Так, тут надеюсь я хил нашел. Да, есть хил. Блин, гранату-то хочется взять. Давай-ка возьмем вместо интеллекта. Сколько это у нас? Блин, хотя... Вот так будем. Оставим. Так, 27%. Есть. Их все еще двое? А где-то второй-то? А, вот он. Все понял. Так. Почти попал. Так, этого психа надо убить. Это он тут начал стрелять опять. Ой, еще охранники тут бегают. Это моя пушка. О, кстати, за машину можно спрятаться. А эти что здесь стоят? Кстати, как вариант, можно еще эту пушку взять. Она тоже хорошенькая. Ну, хотя, конечно, с этой не сравнится. Ну, хорошо. И что сейчас делать, а? Так, я хочу эти патроны взять. Так, где у нас кто стоит? С той стороны, я надеюсь, никого нет. Ну, конечно же. Кого же еще на верную смерть посылать? Ну, блин, чувак. Вот, попал. В третьей попытке, конечно, жалко. Нифига себе, он в мне влепил. Да-да, поближе к враге. Так, кто-то у нас остался. Это у нас мелочи. Сдохни! Сдохни, мерзкое животное! Так, я в этого не попаду. Получил свое! Ошибка эволюции! Здесь я, наверное, тоже не пройду. Ну нафиг туда идти. Лучше здесь постоять. Вон хил взять, например.
Как не скажут, что я сектант. Так, кто-то тут у нас... А, там еще бандиты стоят. У нас опять говно какое-то лежит. Ближе к раке. У меня сегодня удачный вечер. Спасите животное! Ну что ж, походу больше никого не осталось. Можно заканчивать так. Магазин пустой. Ну ладно. Есть, убил. Тут у нас ни черта нет. Опять не смог добежать нормально один ход. Ну все, возвращаемся на перекресток 44. Ох, тут сейчас опять, наверное, будет дофига и больше бога войны и всякого хлама. Ну что ж, я думаю, на этом закончу. А вот дальше продолжение перекрестка 44 уже будет в следующей серии. На этом все. Всем спасибо и до встречи. Всем пока.